Всем привет, ребят, и ко мне пришла одна идея. Все мы с вами понимаем то, что в акустических инструментах дерево оказывает очень сильное влияние на звук. Ну, потому что звук от струн попадает тут же в наше резонаторное отверстие, а из него уже в большой деревянный корпус дредноута. И отсюда мы получаем наш богатый, объемный звук акустической гитары. Но насколько дерево влияет на звук? И сегодня я опять решил сделать небольшой интересный тест. Поможет мне в нем Крафтер. Эта моделька сделана из массива, кедр, верхняя часть у нее. И, в общем-то, я писал, что Крафтер — это мои самые-самые любимые инструменты в категории до 30 тысяч рублей буквально. И есть у нас еще Ибанес. Ибанес PF-15, он со звукоснимателем. И у него верхняя часть сделана из ламинированного дерева с вырезом, что тоже немножечко нам подрежет звук. Но наш главный третий ингредиент сегодня – это резонаторная заглушка. То есть, в чем смысл? Я поиграю на Крафтере и поиграю на Ибанезе, а потом ставлю заглушку и поиграю то же самое на Крафтере и на Ибанезе. В теории мы должны получить гигантскую разницу в звуке, в потере звука на Крафтере, потому что там именно от дерева ожидается большей отдачи. В то же время, что на Ибанезе, мы должны получить минимальную разницу, потому что, да, это тоже дредноут, это тоже большая гитара, но за счет того, что дерево здесь стоит попроще, это не массив, то и отдачи от него ожидается поменьше. Тем самым мы измерим то, что получим.